все выйдет. Даже у меня это не получилось. И повторить свою ошибку я никому не позволю. При попытке овладеть силой своего калибра вы пробудите проклятый герой, и он подчинит вас себе. Ваша королевская беда уже пострадала от одержимого Сунлэйша. Не повторяйте мои ошибки. Не трогайте проклятый мир. Что, это была не случайность? Нет. За страдания вашего королевства несу ответственность я. Тот, кого назвали кошмаром. Пожалуй, у вас получится. Заканчивать. Теперь, когда я знаю, кто вы, я должна победить. Зачем? Только воин, владеющий Соул-Калибуром, может победить Соул-Эйдж. Вы уничтожили то зло, что было принесено мне из-за моей ошибки. Мне не о чем больше сожалеть. Я принимаю свою судьбу из ваших рук. Истинные воины думают не о себе, а о других. Вы пожертвовали всем, дабы искупить свои грехи, продемонстрировав истинное благородство. Я, Хильдегарда фон Крон, прощаю вам, Зигфрид Штоффен, все ваши грехи.